Всем привет и добро пожаловать в Майнкрафт. Сегодня мы продолжаем наше индустриальное выживание. Это уже 20-я серия, 20-я юбилейная серия. Начинаем мы возле такого небольшого памятника, который я построил овечке, когда я добывал шерсть и убил случайно овцу. У меня дропнулся вот такой трофей с мода Open Blocks. Он может дропнуться почти с любого монстра, который есть в мире Майнкрафта. Такая симпатичная овечка. Такой небольшой трофей, да, я решил построить такой памятник красивый для нашей овечки. Так, как вы помните, в прошлой серии мы начали уже развиваться с модом Applied Energistic и построили первые нужные механизмы, точнее компоненты ME сети, а именно это ME контроллер, сделали ME накопитель и ME терминал создания. Также я сделал несколько кабелей, да, и в этой серии по плану мы должны начинать переносить все наши ресурсы в ME сеть. Также я сделаю сетевой инструмент, это такой механизм, ключ, он нужен специально для мода Applied Energistic. Работает как ключ в других модах, но как бы очень помогает именно в этом моде Applied Energistic снимать различные механизмы, чтобы не уничтожать их, ну, таким образом вы увидите. То есть он нам понадобится в будущем. Также что мы сделаем, то есть я решил посвятить эту серию, немножко рассказать о самом моде Applied Energistic. Я понимаю, что большинство зрителей, которые, ну, как бы знают, что это за мод, умеют им пользоваться, может быть неинтересна данная информация, может быть кто-то и услышит что-то новое для себя, но, как бы, я ничего такого сверхъестественного рассказывать вам не буду. Хотел бы немножко ввести в курс людей, которые не понимают, что это за мод, потому что не все ставят себе на сборке такие моды, не все играют с таким модом, да, и как бы кто-то может недооценивать такой мод. Но пока я буду переносить ресурсы, то есть у нас такая рутинная работа сегодня, я буду рассказывать немножко об этом моде. Ну, для начала давайте мы сделаем такой сетевой инструмент. Вот, делается он довольно-таки просто. Нам нужен ключ, нам нужен сундук. Так, у меня нету досок. Так. Вот пока я крафчу сундук, да, и другие нужные нам ресурсы, вы можете заметить, насколько проще сейчас крафт, да, то есть делать все, что нам нужно, крафтить именно с помощью мода Applied Energistic, а не с помощью обыкновенного верстака. Но обо всем по порядку. Вот мы сделали такой сетевой инструмент. Кроме всего прочего, он позволяет показать, сколько энергии потребляет вся наша ME-система, да, вся наша ME-сеть. В данный момент она потребляет почти 8 энергоюнитов за тик. Это очень мало. Кстати, можно посмотреть все компоненты, которые будут подключены к нашей сети. Сейчас это один контроллер, один ME накопитель, один ME терминал создания и 6 умных кабелей. Да? Так, наступает ночь. Кстати, я здесь сделал себе такую кровать, более красивую, чем стандартная кровать. Давайте. Здесь как бы такая даже есть анимация, да, то есть покрасил ее таким образом. Вот. Что еще? Я начал рассказывать о самой ME-сети. Так вот, кто не в курсе, что такое ME-сеть и почему я уже 20 серий подряд, я всегда рассказывал, что нам нужно строить ME-сеть, нужно строить ME-сеть. Почему? ME-сеть, дело в том, что ME-сеть — это универсальная система хранения всех ваших ресурсов, ну, почти всех блоков, которые есть в Майнкрафте, то есть вы можете хранить здесь. И, другими словами, это как бы такой большой сундук, причем сундук, чтобы вы понимали, ну просто огромных количествах. Но в некотором случае можно сказать даже, что он почти безразмерный. Немного позже вы поймете почему. Но как бы это такой один сундук, и имея такой терминал, да, имея терминал, вы можете сразу получить доступ ко всем вашим ресурсам одновременно. То есть такой один сундук, в котором вы можете получить доступ ко всем ресурсам. Также вы можете получить информацию о том или количестве тех или иных ресурсов. Вот как я вижу, я уже начал немного переносить уголь, потому что он у меня там пропадает, и мне стало немного жаль его, поэтому я начал переносить его понемножку, да, сюда. То есть мы видим, что сейчас у меня в сети 8107 угля.
находится, и также все другие ресурсы. Чем он еще такой полезный? То есть здесь есть поиск, мы можем сразу же, к примеру, взять вот красная пыль, да, видим, есть поиск, дальше, ну, здесь различные варианты сортировки, можно сортировать по модам, можно там по количеству предметов, я сортирую всегда по количеству предметов. Так, что дальше он дает? Самое главное, ну, для меня преимущество, это вот такая его особенность, функция, да, функция крафта внутри самого терминала, то есть это как бы встроен верстак, вот как мы видим, сетка верстака встроена уже сюда, причем, обратите внимание, вся фишка в том, что необходимые вам ресурсы докладываются на сетку крафта автоматически с месяцем. Немного дальше, когда мы будем крафтить уже больше ну, различные там компоненты, вы увидите, поймете, о чем я говорю. То есть оно автоматически докладывает нужные вам ресурсы для рецепта, да, с месяцем. Это очень удобно. Дальше, что позволяет дальше сделать вам такая сеть? То есть к этой сети вы можете подключить другие сундуки, ваши там сундуки, вы можете подключить различные механизмы, машинки, фермы, там карьеры, и это все будет складывать ресурсы в одну сеть. То есть если там, к примеру, к сундуку подключить шину импорта, к этому мы еще придем, то есть что это за такие шины, то все ресурсы с карьера мы сразу же будем как бы транспортировать в сеть, и у нас будет доступ к этим ресурсам. Дальше мы можем все ресурсы отправлять в дробители наши, к примеру, да, и перерабатывать все ресурсы. То есть не нужно ничего носить, переносить, никаких труб, ничего, но нужны кабеля. Что это за кабеля и для чего они нужны? Если сказать так по-простому, то по большому счету ресурсы, которые ME-сеть с помощью шины импорта забирает с сундука, она как бы их оцифровывает, да, то есть они в виде информации передаются по таким кабелям, да, и транспортируются вот в этот вот ME-накопитель, а именно в эти ячейки хранения. Эти ячейки хранения — это как бы винчестеры на вашем компьютере, да, то есть это такие блоки памяти, как бы, да, то есть, как мы видим, вот такой, в каждой ячейке хранения есть свои два основных параметра. Это количество байт и количество типов предметов. Максимальное количество типов предметов для всех ячеек — это 63. То есть, что такое типы предметов? Это, как мы видим, вот, к примеру, факел, да, и консервная банка. Это два типа предметов, то есть вот факел — один тип предмета, консервная банка — второй тип предмета, а уже количество 58 штук и здесь 5 штук, это уже количество, да, то есть и в каждой ячейке есть два параметра, количество предмета и его тип, то есть как бы, ну, разные типы предметов, да, и мы видим, что в каждой ячейке максимальное количество типов предметов 63, а вот количество памяти уже разное, то есть есть разные ячейки, давайте я покажу, ячейки хранения, вот, они есть от 1000 байт до 65 тысяч байт, но там есть еще больше, то есть не 65, там есть больше, но уже нужно, как бы вам нужен, кроме мода Applied Energistic, еще нужен аддон к нему, у меня он установлен, то есть и там есть ячейки на большее количество памяти, но такой ячейки, которая на 65 тысяч байт, она, ну, очень вместительная, то есть я даже не знаю, как вам это объяснить, нужно, конечно, все посчитать, я не хочу как бы, чтобы я не ошибился, да, и не хочу говорить им столько, но я думаю, где-то миллионов, наверное, 2 миллиона штук одного предмета можно будет запихнуть в такую ячейку. То есть, к примеру, 2 миллиона дерева можно будет запихнуть в одну ячейку. То есть, если одну ячейку поставить в такой накопитель, то в одной ячейке будет храниться 2 миллиона штук дерева. Сами понимаете, что, ну, сколько вам нужно было бы сундуков, чтобы вместить такое количество предметов. Поэтому вот такая вот сеть. Но это еще не главное. Как видите, количество ячеек здесь огромное. В одном только накопителе есть здесь место для 10 ячеек. Да? Вот сюда кладете эти карты, ну, ячейки хранения. Но фишка в том, что вы можете построить
ну, сколько хотите таких накопителей, да. То есть у меня стоит один накопитель, и ну, мне по большому счету будет его достаточно, да. Но если вам нужно, у вас просто огромное количество ресурсов, вы можете просто ставить еще один накопитель и получите еще 10 мест для хранения ячеек. И как бы ну, процесс дальше вы поняли, да. Что это за кабеля и ME-контроллер? ME-контроллер — это своего рода такое как бы соединение всех, всей ME-сети. То есть, если проводить параллели с компьютером, да, то это как бы материнская плата вашего компьютера. То есть, это такой универсальный блок, к которому нужно подключать все кабеля для того, чтобы все работало централизованно, да. И в чем фишка этого мода и сложность его, опять же, сложность этого мода заключается в том, что каждый кабель, вот как мы видим, написано каналы 2 из 8. То есть у него есть ограниченное количество каналов. Что такое каналы? Это как бы точки доступа, то есть сколько машинок, сколько механизмов вы можете подключить к одному кабелю, да, то есть и это количество ограничено. Вот простого кабеля, вот такого тонкого кабеля, максимальное количество каналов 8, то есть я могу подключить только 8 различных механизмов. Как мы видим, здесь у меня подключен терминал создания, это один механизм, и ME-накопитель, второй механизм, и вместе они уже как бы занимают 2 канала. То есть я могу к этому кабелю подключить 8 каналов максимум, 8 механизмов. И если подключу 9 механизм, то ну, все эти провода как бы заключат, и весь провод, все механизмы работать не будет. Поэтому нужно подключать максимум 8 кабелей к такому проводу. Но есть еще толстый провод. Вот я уже накрафтил их немного за кадром. 39 штучек у меня есть. Плотный, точнее не толстый, а плотный. По нему проходит 38 каналов, да, максимально. И это самый большой провод, который есть у Applied Energistic. Также вот ME-контроллер. Как мы видим, у него есть разные стороны, да, то есть ME-контроллер. И каждая такая сторона может пропускать через себя 32 канала. То есть, соответственно, для максимальной эффективности каждой стороне желательно подсоединить толстый кабель на 32 канала, а потом уже от толстого кабеля пускать такие тонкие кабеля и тем самым как бы разворачивать вашу сеть. То есть, ну, в дальнейшем, когда мы будем ее ну, строить, усовершенствовать, как бы посмотреть, каким образом это все делается, да, но я хотел бы, как бы объяснить вам основы. Сразу скажу, что это не все прелести ME-сети, но как бы слишком много заострять на этом внимание я не хочу. По поводу уже как бы самой игры вы увидите, в чем суть этого мода и за что я так сильно его люблю. То есть, а пока я займусь такой работой, буду переносить ресурсы сюда. Как видите, за кадром я накрафтил уже ячеек на 4К, да, то есть на 4000 байт ячеек. А потом я уже буду крафтить сразу же такие большие ячейки на 65 тысяч памяти. Пока у меня нету столько ресурсов, и там нужно крафтить очень много процессоров. Я не хочу это делать вручную, сначала нужно автоматизироваться. Как мы видим, я уже забираю сюда древесину, чтобы она не пропадала. Забираю уголь, вот угля собирается немало, да, постоянно. Очень быстро работает ферма. И как бы... А вот еще что. Видим, что одна ячейка загорелась уже красным светом. Это означает, что уже количество памяти у нее занято, да? То есть смотрим 4096 из 4096. То есть какие-то ресурсы уже как бы забили память ячейки. И теперь уже ресурсы будут складываться на следующую ячейку, то есть занимать память там. И таким образом пока не забьются все ячейки. Вот опять наступает ночь, но давайте еще... один раз бегаю, пока не наступила ночь. Так, вот, хорошо. Когда мы уже перенесем все ресурсы в ME-сеть, то намного проще будет нам, ну, делать что-то, крафтить, потому что не нужно будет постоянно лазить с одного сундука в другой сундук и искать, где там что положил. То есть, ну, так как типично мы крафтим что-то, да, таким образом. Дальше я уже начну, когда я все перенесу в нашу ME-сеть, все ресурсы, я начну уже подключать другие механизмы к ME-сети. И это, как бы, я считаю, такой второй основной плюс мода Applied Energistic. То, что
к нему можно подсоединить механизмы с других модов, да, то есть и тем самым автоматизировать работу самого, ну, почти любого процесса, да, который есть, там, переработка ресурсов различные, то есть что угодно можно автоматизировать с помощью MST. В дальнейшем вы увидите, каким образом это делается, пока нужно все переносить. Так. Очень много насобиралось ресурсов, пока я сделал MST. Когда я играю один, да, то есть да, не снимая, скажем так, на камеру, я намного раньше делаю MST, и всем советую делать MST намного раньше. Дело в том, что ресурсы для постройки MST у меня уже были давно, то есть я уже давно мог сделать MST такую начальную, как мы сделали сейчас, но я, ну, то есть не делал я, потому что много нужно было еще объяснить как бы до постройки MST, это все занимало много времени, и я постоянно не успевал, и я знаю, что очень сложно что-то рассказать о таком крупном большом моде, как Applied Energistic, даже за несколько серий. То есть вы видите, что нам, ну, понадобится много серий, чтобы освоить этот мод. Так, все забираем, это не забираем. Так, вот, отлично. 14 алмазов у нас осталось. Кстати, там карьер уже почти что докопал до алмазов. Точнее, он докопал до алмаза, он почти что докопал до дна уже. Идем посмотрим, что там, не забились ли сундуки. Потому что один сундук там почти был полный. Что там с углем? Ага, угля немного осталось, но я думаю, может и хватит. Вот, как мы видим, уже начал добывать алмазы. Вот еще два алмазика. Ага, 15 штучек и здесь 13. Отлично. Это уже 28 алмазов. Ну, в принципе, хорошо. Давайте спустимся, посмотрим, что там, какой уровень. Ага, вот он уже добыл эти три алмаза, эти три блока, что здесь были, да? Так. Ага, ну 7 уровень, еще совсем немного осталось. В принципе, не так-то много алмазов он пока добыл. То есть 28 штучек, это довольно-таки мало. Я надеюсь, что хотя бы один стак он добудет алмазов. Это нам очень понадобится. Я уже хочу делать себе какую-то нано-броню и идти убивать дракона, чтобы ну, чтобы сделать первую ферму этого жемчуга Эндера. На начальных этапах я всю свою автоматизацию связываю с тессерактами. Очень удобно, потому что не нужно тянуть очень далеко ME-кабеля. Дело в том, что такой ME-кабель для его постройки, точнее для крафта ME-кабеля, используется вот такого толстого. Сейчас посмотрим. Смотрите, нужно, чтобы сделать один кабель, нужно 4 закрытых изменчивых кабеля, каждый из которых делается с одной шерсти и вместе стеклянного кабеля, да, то есть который в свою очередь делает крафтится таким образом. То есть крафт у них непростой, и очень много ресурсов уходит, особенно уходит много светящейся пыли и красной пыли, да. А светящаяся пыль на данный момент мы добываем в аду, и, кстати, у меня уже она почти закончилась, нужно будет опять спускаться в ад, чтобы добывать добыть светящуюся пыль. То есть, как мы видим, способ, ну, такой довольно-таки замороченный. То есть нужно много ресурсов, чтобы наделать эти кабеля, то есть толстые, и растянуть их по всей базе. Дело в том, что я люблю строить, я думаю, что вы уже заметили, что я не люблю строить все в одной коробке. То есть я люблю строить здание от здания, так, ну, немножко подальше, да, и вот как мы видим, здесь я построил такой вход в шахту, здесь будет такая ферма у нас, дальше там эти, как они, солнечные опреснители, то есть вдалеке ферма древесины. Кстати, я построю ее в будущем, я построю намного дальше от базы, чтобы она, ну, не грузила ресурсы компьютера, да, чтобы удобно было смотреть, ничего не подлагивало. Кстати, давайте посмотрим, что у нас здесь. Вот, как мы видим, довольно-таки неплохое количество дистиллированной воды уже скопилось. 21, то есть 40, почти 42 тысячи миллибакетов. Ну, я считаю, это довольно-таки неплохо.
совсем даже неплохо. Я не хочу считать, насколько ускоритель этого нам хватит, но уже ну, довольно-таки много мы сможем сделать ускорителей. И, ну, оно себе работает, да, то есть время идет, а вода все равно вода добывается таким способом очень хорошо. Так, продолжаем переносить ресурсы. Еще немного осталось, буквально несколько сундуков. Так вот, вот такая вот эмиссия. И, как я уже сказал, то есть в следующих сериях мы будем делать такую более, ну, я бы сказал, рутинную, что ли, работу. Она будет заключаться в том, что нам нужно автоматизировать первые механизмы, первые процессы, скажем так, да, которые я делаю. А именно, это переработка ресурсов, да. Так, давайте скинем мид сюда. То есть, что это, энергии не хотелось, или что? Нет, энергии много. Как видим, я скрафтил еще 3 генератора, потому что, ну, мне уже не хватало энергии немного. Вот, отлично. Ну что, все. Так, отсюда я забираю вот это все. Трубы. Ага, уже нет места. Так, что я там говорил? Ага, начнем такую небольшую автоматизацию, то есть работа, которую мы будем делать в следующих сериях, она такая довольно-таки рутинная. Почему? Потому что нужно подключать все механизмы к сети, чтобы управлять всеми процессами с одного, скажем так, места, да, то есть с сети. Увидите, насколько это удобно. Так, это все выбросим, все не нужно. И это занимает довольно-таки много времени. Я сначала думал сделать это за кадром, то есть подключение всех этих механизмов, но потом решил, что за кадром я делать не буду, потому что ну, в процессе, как я буду подключать все, я могу поделиться с вами многими нюансами, аспектами, как это лучше делать, что лучше делать, чего лучше не делать, то есть и как бы все такие нюансы. И может вы что-то полезное для себя увидите, да, и будете использовать у себя на сборке. Единственное, что это, ну, как бы, возможно, познавательно, но не так увлекательно, да, потому что перекладывать машинки с одного места на другое, то есть проводить провода, это уже такое. Но вам нужно понять общий принцип построения сети, а он, поверьте мне, есть. То есть нужно продумать перед началом строительства базы. Вообще, я бы сказал, что это такая тема, достойная отдельных, я бы даже сказал, нескольких видео, да, о том, как строить базу, потому что, ну, очень часто люди делают каким образом, ну, просто бегут, там остаются возле какой-то красивой горы, да, и начинают строить коробку в том месте, и как бы все машинки, все тыкают на одну купу, один возле второго, да, и это все получается не только некрасиво, но и в конечном итоге не функционально, то есть очень там, ну, все так забито и там потом тому подобное. Я так делал, таким образом, еще когда начинал играть в Minecraft, но потом, когда я начал ставить перед собой такие сложные, более сложные цели в Minecraft, да, в летсплеях, то есть в выживании, или в хардкоре, когда я играл, я заметил, что не справляется такая система, то есть база моя не справляется с поставленными задачами. И потом, когда я начинал уже играть ну, новую игру, новое выживание, перед началом постройки базы я всегда продумаю, какой будет моя база в будущем, и всем вам советую, то есть не просто строить, что там, где упало, где там, где вам удобно, да, скажем так, а сначала нужно все продумать, то есть разбить все на сектора и как бы уже начинать развиваться таким образом. То есть сейчас я все построил не просто так, то есть где вы видите, а это все по моему плану идет. Как видите, саму сеть я построил именно в этом месте, и на это есть несколько причин, да, то есть я так в двух словах объясню вам, что к чему. Вот там у меня ферма дерева. Я немного позже, когда у меня будут уже тессеракты, я ферму дерева пересуну туда. Дальше где-то на чанков 15-20 пересуну туда. А в том месте у меня будет вырабатываться энергия.
То есть именно, ну, вы увидите, каким способом я вначале буду вырабатывать энергию. Там у меня будет вырабатываться энергия дальше. То есть карьера, конечно же, когда закончить копать, я еще раз его перенесу сюда, а потом эту всю территорию закрою блоками, да, то есть чтобы не было такой ямы. Так, ночь уже начинается. Ага, ладно, у меня есть спальный мешок. Давайте ложимся спать. То есть в том месте я построю ферму, дерево, и перенесу ее немного дальше, а там буду строить различные реакторы и добывать энергию. Дальше, вот здесь вот у меня будет такая как бы зона, где я буду ставить фермы, строить фермы с животными, фермы, ферма жемчуга, к примеру, то есть различные фермы, да. Здесь, ну, я буду как бы просто разворачивать такие как бы самостоятельные постройки, да, которые не требуют подключения к моей сети. Ну, к примеру, как вот такая система по добыче этой дистиллированной воды, или здесь как стоит у меня стол зачарования. То есть, ну, как бы все такое, ну, что не нужно подключать к моей сети, может работать самостоятельно, да. Возможно, здесь мы сделаем какую-то такую небольшую площадку с солнечными панелями и будем отсюда получать энергию. Но это там посмотрим уже. Потом самое главное, это, конечно же, в центре, да, в центре у нас имеет сеть, и в этой стороне, вот сюда и вот туда, вот там, где сейчас карьера, у нас пойдет переработка, да, то есть вся переработка, различные здания с переработками, да, то есть в одном будет перерабатываться ресурсы, в другом то, в третьем все, то есть как бы переработка и заготовка различных ресурсов. Потом какая штука, то есть мы пойдем строить вверх и вниз. Вниз мы построим вот это будет центральный как бы контроллер, да, то есть мы будем еще делать из них такой квадрат вот в эту сторону, в эту и в эту. Вниз мы пустим все провода, вниз мы там проводим туннель, причем туннель у нас будет на два уровня, как бы, да, то есть это вот этот туннель, где сейчас провод, это туннель первого уровня, и здесь пойдут провода к переработкам, вот туда к переработке, туда к переработке, и как бы туда к фермам. Потом мы пустим провода вниз от кабеля, точнее, от контроллера вниз, и там мы сделаем туннель, такой большой туннель уже, логистический туннель, да, то есть по которому мы будем пускать толстые кабеля и различные трубы, если нужно будет, в, опять же, в 4 разные стороны. Вот в эту сторону, в эту сторону, в эту сторону и в эту сторону, да, чтобы подключать все механизмы, которые будут у нас вдали находиться. И потом от этого контроллера сверху, ну, как бы с верхней стороны мы пустим провода вверх. И для чего нужны? То есть мы будем строить здание вверх, на средних уровнях здания мы начнем как бы средний уровень, как бы объяснить, то есть там мы будем строить процессоры, да, то есть нужно будет много процессоров, потом вы увидите, что это такое, и, ну, как бы блоки создания процессора, то есть они нужны для того, чтобы обрабатывать различные задачи, которые мы будем ставить в уместе сети, но потом увидите, будет понимать, что это такое. Нам нужно будет много процессоров, и вот на середине мы будем делать процессоры, а в самом верху, то есть как бы на самых верхних этажах зданий мы будем строить молекулярные сборщики и ME-интерфейсы, то есть там уже пойдет сама автоматизация, то есть автоматические верстаки, которые будут самостоятельно создавать все необходимое нам. И здесь как бы будет такой центр управления, да, то есть небольшой такой центр управления, где будет стоять вот этот терминал и еще 3 терминала, которые мы скрафтим в будущем. И отсюда мы будем получать доступ ко всей нашей базе, ко всей сети, ко всем ресурсам, ко всем переработкам, то есть отсюда мы будем заказывать различные крафты, которые будут наверху будет крафтиться, да, то есть в центре стоят все процессоры, которые будут перерабатывать эту всю информацию, а вот там вот все нужные там машинки, механизмы, который будет перерабатывать ресурсы, и как бы вот таким образом будет база. То есть, как вы можете увидеть, я уже давно все распланировал и знаю, что где мы будем строить. Поэтому уже когда я начал строительство сети, я уже понемногу буду расставлять машинки, то есть в том месте и в том порядке, когда, ну, как бы основываясь на своих будущих предпочтениях, которые я только что вам озвучил. Но это ладно.
это такое планы на будущее, а сейчас много нужно проделать работы для того, чтобы сощутить все то, что я задумал, нужно еще много работы. И начнем мы с того, что мы начнем подключать первые машинки, вот которые стоят у меня там вот в этой коробке, то есть мы будем подключать эти первые механизмы, и я буду показывать уже, что да как делается и что да как подключается. Ну хорошо, на этом у меня все. Если вы узнали что-то новое для себя в этой серии, не забывайте ставить лайки, пишите комментарии, если у вас есть какие-то вопросы на данном этапе развития. Да? Спасибо, что смотрели, всем удачи и всем пока!